Итак, у нас финальный поединок. 8 минут. Попытка проведения удушающего приема. Минутный перерыв. 30 секунд. Хасан в предыдущих поединках получил достаточно серьезную травму, борется с ней сейчас. Поединок продолжается. Файт. Уважаемые болельщики, уважаемые спортсмены, поддержим. Ребят, финальный поединок, престижная весовая категория, до 98 килограмма. Thank you.
смотри! Ноги! Осталось полторы минуты, минута 20 секунд осталось. Достаточно большим отрывом лидирует Екатерина Хасан, мастер спорта по самбо, мастер спорта по грэпплингу. Неоднократный победитель турниров по джиу-джитсу и по грэпплингу. У него сломаны ребра. Да? Да. Причем не одно. Поаплодируем мужеству спортсмена. Провести финальный поединок. 8 минут в таком темпе со сломанными ребрами. И победить.